Приветствую, друзья, с вами Маша Смолот. Сегодня я покажу, как я сделала шарошки для вышлифовывания черпала у ложек. В интернете готовых я не нашла, поэтому решила сделать сама. Наждачку буду использовать 80 и 180 грит. В качестве держателей буду использовать вышедшие из строя держатели для наждачек, обычные стандартные, и для самой маленькой шарошки буду использовать хвостовик 2.35 для того, чтобы он мне подошел для бормашинки Strong 204. В одном из шариков отверстие слишком большое для хвостовика, поэтому мы туда напихаем щепок, плюс залью это все эпоксидкой. А потом уже просверлю нужное отверстие и опять же с помощью клея приклею хвостовик. Вырезаем треугольные лепестки, которые мы будем накладывать друг на друга. Клей я взяла супер момент, потому что все-таки наждачка имеет свойство стираться, и я хочу от своей шарошки ее как-то отодрать впоследствии. А если бы я взяла эпоксидку, то это было бы уже намертво. Самая важная часть, чтобы нахлест был в правильном направлении, потому что крутящий момент у нас по часовой стрелке, поэтому нахлест должен быть в левую сторону. То есть лепестки мы накладываем справа налево. Последний лепесток нужно обязательно левым краем загнать под предыдущий лепесточек. Благодаря этому сохранится очередность. Вот такая получилась у меня шарошка. Этого можно не делать, но на маленькой я решила сделать все-таки нижнюю часть. Для этого вырезала небольшую окружность. Сделала небольшие прорези, чтобы она плотнее прилегала к окружности. Все то же самое проделываем и с большой шарошкой, но единственное, что изменится, только форма лепестка. А так сохраняем ту же очередность действий и проверяем работоспособность. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки. Всем пока!